Привет сегодня! А нашел новый топ игр в Funcade с довольно простыми и хорошим геймплеем. Ну что же, давайте приступим к играм. Итак, первая игра у нас — это игра про то, что вы не видите препятствий и можете понять, куда лететь. Лишь по их частям, как летучая мышь. И вы должны долететь к факелу у игры. Интересная задумка и хорошая реализация, потому точно лайк. Вторая игра у нас — это новогодняя игра, где мы должны вовремя нажимать на печеньки, чтобы леденец не разломал пряничный домик. Игра — прикольная реализация на высоте. С каждым разом стоит сложнее и сложнее, мне нравится. А вот третья игра у нас про Древний Египет, и тут прям оригинальная задумка. И мне это нравится, я еще не играл в такие игры. Тут вы должны доставить саркофаг на самый верх при помощи подбрасывания. Их на этаж выше мне определенно понравилось. Однозначно круто. А вот и четвертая игра у нас, и это игра, где вы должны выживать против волн роботов и подбирать суперсилы, чтобы открывать все новые и новые волны и дойти до босса. Игра определенно заслуживает места в топе, и для аркады это очень хороший уровень. Ну а на этом все, ставь лайк, подписывайся на канал Удачи и до скорого!